Всем доброго времени суток, друзья! С вами Злобный и долгожданное видео о розыгрыше 500 рублей, ребятки. 500 рублей. Не так давно мы преодолели границу в 500 подписчиков. С вами спасибо вам за это, друзья. Всем безумно благодарен. Вот. И чтобы выиграть эти 500 рублей, вам нужно сделать всего 3 легчайших действия. Всего лишь 3. Чтобы стать счастливым обладателем этой, безусловно, ребятки, приятной суммы. Ведь на халяву, ребятки, и хлорка, как говорится, творожок, да? Итак, поехали. Первый пункт у нас – это подписаться на мой канал. И ваши подписки должны быть открыты, чтобы я мог увидеть, что вы на меня действительно подписаны, что вы меня как бы, ну, не обманываете, да? Вот, второй пункт – написать под этим видео ваш ID ВКонтакте, чтобы я мог с вами связаться. Никаких там, чего там есть там, страничек в Одноклассниках, там, Инстаграмов и так далее. Это, ребята, это правда очень неудобно. Только ID ВКонтакте. Все. Вот. При выборе победителя, ребятки, будут учитываться только ваши странички ВКонтакте. Так, третий пункт. Это вам нужно всего лишь навсего, ребятки, репостнуть это видео у себя на странице ВКонтакте. Но ваша страничка должна быть открыта, чтобы при выборе победителя я мог удостовериться, что вы действительно поделились этим видео. Ну и, конечно, ребят, ну-ка, куда же без этого, да? Поставить лайк, естественно, под этим видео нужно лайкосик зарядить. Вот, еще важно. Ребят, если хотя бы один пункт из этого не будет выполнен, то, ну, блин, без обид, сами понимаете, все должны быть в равных условиях. Вот. Так, итоги розыгрыша. Вот сейчас вот это очень-очень важно, чтобы не пропустить, ребятки. Итоги розыгрыша будут на каком-нибудь из стримов, то есть в прямом эфире, чтобы было все по-честному, все прозрачно, все по красоте, по-мужски, да. После, ребятки, после 4 сентября все произойдет. Вот, я с вами свяжусь ВКонтакте, все будет просто. Вы мне напишите, куда мне вам отослать эту пятихаточку, и все. Все, ребятушки, спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели до конца. Всем желаю удачи и всем пока, ребята.